На нашем телеканале завершилась акция «Задоринки по-саратовски». В течение месяца горожане присылали курьезы и смешные рассказы из жизни города к нам на почту. Кто стал финалистом и выиграл главный приз, смотрите прямо сейчас. Завершился конкурс юмористических работ «Задоринки по-саратовски». В течение нескольких недель жители города находили на улицах Саратова забавные надписи и вещи, фотографировали их и присылали на почту РЕН-ТВ. Авторы самых смешных и курьезных снимков и рассказов пришли в нашу студию, где их наградили подарками. Финалистов конкурса отбирал известный сатирик Михаил Задорнов. Главный приз он присудил Елене Юдиной. Она отправила на конкурс сразу несколько фотографий. Но больше всего насмешила юмориста одна из них. Автор запечатлела магазин, где продают меховые изделия и купальники. Остается только догадываться, есть ли у купальных костюмов меховая подложка. Финалистка получила в подарок книгу с автографом Михаила Задорнова и тур выходного дня по России. К нам на конкурс поступило более 200 задоринок из жизни Саратова. Всех финалистов выбрал сам Михаил Задорнов. Но главный приз он присудил Елене Юдиной, и ее курьезную фотографию он использует в своей юмористической передаче.